В преддверии Дня народного единства детский дом «Берегиня» в Якутске с подарками посетили представители правительства республики. Сегодня учреждение воспитывает 20 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Условия проживания в детском доме персонал старается максимально приблизить к домашним. «Берегиня» активно взаимодействует с общественными организациями и государственными учреждениями. В детском доме работает шефская программа, проходят встречи со знаменитыми личностями. Мы сегодня приехали маленьким детям для того, чтобы у них были эти ценности, чтобы новый праздник, который современной России, прошел и стал основой их поколения, единства нации нашей, сплоченности нашей и праздника, который в этот день они привыкли ощущать радость, помощь старшего поколения, близость наша. Поэтому наши небольшие подарки сегодня, надеюсь, поднимут настроение нашим маленьким воспитанникам. Тем ребятам, которые еще учатся, которые сейчас приедут, тоже будет приятно, что были у них гости.